Доброе утро. Бавария, закат. Закат, говорю, закат. Ку-ку, рассвет. Вот у меня баварская плюшка. Брецель. Руки трясутся, короче. Дубак. Зуб на зуб не попадает. Вот это завтрак. А если честно, не планировал. Еще быть в Баварии. При рассвете. Думаю, покажу горы. Ну, вчера, короче, был. Сильная авария. Мы были 3 раза в пробках. И вот здесь прям недалеко было, там 12 километров, короче, пришлось ехать и поспали. Так, 1,5 часа поспали, сейчас едем дальше. Это завтрак. Я пошел кофе пить, кофе. Thank you.
Доброе утро. Вообще тут солнце палит, такое холодно. Очень холодно. Сейчас прилягу чуть-чуть. Остановились опять. Тишка, прогуляться надо. Воздух вообще жесть какая-то, дубак. Сейчас покажу прикол. Цыгане как зажигают. Вот так цыгане тусуются. Небо вот обалденное. Обещали сегодня тоже шикардос погоду. Так оно и есть. Тут человек текилу бухал, лимон забыли. Солярка воняет. Здесь вот солярка где-то разлили, что ли, на полу прям. Здесь вот вонище стоит солярка. Все туда, все чешут там, короче, там ресторан, туалет. Все туда. Вон, погода прям вон шепчет. Встретили рассвет. Солнце вышло, класс. Дай чуть отдохнуть. Рассвет. Не, нормальная вообще тема. Нам еще 600 километров примерно. Через километров 150. Надо будет заправляться. По-любому. Сейчас посмотрю на карте, где можно будет заправиться, чтобы недорого было. Здесь, короче, одна заправка. Вот получается, когда спускаешься с автобана, заправка идет, потом парковка, и потом ресторан, туалет, все дела. И здесь заправка. Цена, как 2 месяца назад у нас в городе. 2,20, 2,30 за литр. Так что здесь вообще не вариант заправляться. То есть сейчас за 90 евро я заправился в городе. А здесь мне надо будет тогда отдать за то же самое количество топлива где-то 120-130 евро. Короче, жесть. Так что двигаемся. Этот будет чуть-чуть видос подлиннее, другие будут чуть покороче. Они вот так будут все у нас, как автобан такие, так короче, длиннее, как эти американские горки. Ну, потому что так дорога, все дела вот эти дни. Я буду прям дни как есть. Вот день, допустим, отпуск, да. Вот так, сегодня такое, завтра такое. Приедем, потом отдохнем, потом пляж, все дела вот эти вот, попрет все. Ну, первый день не знаю, как с пляжем, скорее всего. Так, просто пойдем погуляем, а потом видно будет. Так, ладно, до скорого. На дозаправке увидимся. Чуть отдохнул. Короче, что вообще вся эта тема с этими авариями, с этими пробками. Еще, короче, три региона больших начали вместе с нами отпуск вчера. И вот этот север, получается, рванул на юг. Вообще беспредел. Сейчас передавали по радио следующее. То есть проеду еще пару сотен километров. И опять 25 с этими пробками. Там магистраль, вон, движуха идет. Красота уже. Тут лес пошел, тут до этого леса были. С нами встретили рассвет. А еще будет много интересного. Скоро будут горы. Идем. В туалет сгоняем еще. Как у нас называется? Растхоф. Что-то солнце так палит. Сегодня будет 30 здесь. 27-30 будет здесь, в Баварии. В Италии еще больше. Это изделие из дерева продается. Все же хавать начали уже, ё-моё. А сколько времени?
7.35. Башмачки прикольные. Мышка какая-то. Можно купить. Редко туризмом занимается на автомобиле, вот на заправке в том непонятке. Человек подошел, там, короче, на заправке вот такие чеки, когда в туалет войдешь, его вытягиваешь, надо проходить, а он заплатил, не вытянул, заплатил во втором. Вот так вот сразу и там заплатил, но женщина подошла, ему деньги отдала, такая, нормально. Вот идешь, рядом машины все это. Наши все соседи. Вот нормально отдыхают, да? Че? Ну оставь что-то мне. Ну, пачка с рыбкой. Кошелек себе. Это. Че? Чай сделала? Да. Такой скажешь, ты кушать будешь, нет? А то и залазь в машину. А ты что, уела уже что-нибудь? Я булку и с одну сосиску съела. Че сосиска? Пойдет? Тоже ляпис, поехал. Днем. Бургер. Не, как это называется? Хот-дог. Хот-дог, да, с... Горячая собака. Сосиска и булочка. Ну, вон там. Вон там. Автобан. Пчелки жужжат. Цыгане рядом, конечно, на посадах вообще бомба. Все, поехали дальше на бомбу. Так, позавтракали. Собачки встретились, да? Ну да, теперь пикник. Ну, не то, что там пикник решили сделать. Одна большая, одна маленькая. Одни сделали, вторые пошли за ноги. Бавария. Короче, тут 10 километров до Мюнхена. У нас сегодня пробки вот здесь прям. Вот пробка уже пробка в горле, не только на дороге. Мы даже еще с Германии не выехали. Чего я, конечно, не ожидал. Ну и хотел попозже выехать, чтобы было светло, так скажем. Часов 6-7 утра, чтобы видно было горы в Австрии. Но мы даже еще из Германии выехать не можем, потому что пробки уже просто достали. Но это не главное. Главное, смотрите, небо какое. Вот. И вот такое небо будет и в Австрии сейчас, и в Италии. Мы и в Италии едем. Если кто не помнит, о, E8. Бавария, что, BMW. Вот, кстати, цены на бензин адекватные. Я специально съехал с магистрали, чтобы заправиться за нормальные деньги, чтобы не переплачивать. Если бы я сейчас сделал заправку на магистрали, 40 евро бы сразу бы прям пух, в дырку. А так 40 евро сэкономил, лучше на эти 40 евро вон семью накормлю едой. Разговаривает на заправке, меня что-то спросила. Я такой сказал ей, да, у них такой диалект здесь, и там
мам, не горюй. Вот это, которые особенно народ постарше, которые вообще с ними тяжело общаться. Но это не главное. О, банку кто-то кинул. Так мы ее поставим. Пеннеры потом приедут, заберут. Здесь удобно, вот. Заправка большая. Рядом такая кафе-ресторан в заправке. И здесь же сразу же автомойка, четкая прям. Пылесос, все там, машины моют, пылесосят. Сейчас дети прогуляются. Напротив чего у нас там? KFC, гольф-хаус напротив. Ну тут, конечно же, да, контингент такой, скажем, любит дорогие вещи. Есть деньги, конечно же, на это все. Движняк соответственный. Много были, кто были в здании. Тоже вместе с нами с автобана съехали. Кто на заправку, кто уже приехал. Потому что здание до Мюнхена им уже как там до Италии. Ну а мы-то едем дальше. Мы сейчас еще проедем. Ну сколько мы проедем? 550 километров нам еще пилить. Если бы не пробки, вот это все дела, я думаю, нам бы осталось еще сотня, но нам еще, к сожалению, еще 550. Потому что первые две пробки были 3 километра, 8 километров. Третья пробка была 12. И я успел прям съехать с магистрали. Сказал, все, мы здесь останавливаемся. Ничего себе, поехал, блин. Бентли, Бентайга. Я такую еще никогда... Вон, видел два раза, вон поехал. SUV от Бентли. Ну, есть в Мюнхене у народа бабки. Короче, что делаем? Двигаем дальше. Цены, я говорю, адекватные. Сейчас, конечно же, через селфи-камеру они вон передвинуты. 1,86 литр 95-го. Ну, это нормально. Это хорошая цена, в принципе. Как сказать, хорошая. Это было 2 года назад, очень дорогая цена. Там тогда стоил только 100 октановый бензин, столько, и то даже дешевле. Но в наше время, вот, последние полгода, да, эта цена уже прям четкая. То есть, когда 2 месяца назад ты платил за литр бензина 95-го 2,20-2,30, ОР-86, это тебе прям копеечки уже. Это вот 40 центов разница. Это чувствуется, реально чувствуется. Особенно, когда ты вот на дальняк едешь, тебе надо заправлять много бензина. Да. Ну все, я сейчас заправил. Теперь до Италии мне не надо. Наша Toyota. Молодец, Toyota по городу кушает много. Поскольку всего лишь 4 скорости. Постоянно она переключает туда-сюда. Да? Блондинка. Машину. Биби. Вон дети пошли машину. Что я нашел? У него штаны там. Это шортиков нет у него? Машина закрыта. Ну что, опять 25. Опять я с русским бургером. Короче. Бля. 60 километров ехали. Стоп он гол такой. Максимум 40 км в час. Потом становились в ноль. Потом 20 ехали. Потом 40. Опять останавливались. Мы вот целый час проехали очень мало. Но сейчас мы находимся на границе. Теперь уже наконец хоть чуть-чуть гору видно. И следующие кадры это прям... Очень красиво. Смотрим.
Да. Короче, хорошо, так рано вечером выехали. С такими пробками мы как раз вовремя приедем. Заправки становились. Можно купить на кассе вигнету. Вот так она выглядит для Австрии. Ну а мы уже купили электронную у нас. Эй-вигнета. Номер машины забили, все. Без наклейки. Не надо наклейку на лобовое клеить. Нет, уже хорошо. Дичь какая. Движение, конечно, сейчас сами можете представить. Автомобиль. На. Вот за это. Зо. Много Бельгии. Германия вся. Швейцария, Австрия. Ну еще чуть-чуть. Прокатимся. До границы много нету. Из-за того, что здесь возле границы, где сейчас мы находимся, много стран. И тут, соответственно, на парковке контингент, да, со всех стран, что может подумать в округе, и городов. Прогуливаемся. Мелкому надо тоже гулять. С ним тяжеловато. Чуть у нас так же было с первым. Тяжеловато 8 лет назад. Теперь с этим еще непривычно. То есть реально дело привычки такое, да? А тут еще получается первое непривычно, второе пробка. Заняла много времени. Проехали мало километров. И это прям, чуть-чуть, конечно, не очень, но настроение никак не подорвало абсолютно. Погода шикарная вообще. Все четко. Сейчас еще здесь погуляем. А потом вперед. Дом. Тут уже Австрия, уже на знаках, уже Зальцбург совсем рядом. Граница рядом, все рядом, нормально. Тут сейчас Австрию заедем, а потом полетят туннели. Потом раз-два, туннели закончатся, и Италия. А там уже от границы, в принципе, нам недалеко. Так что сегодня уже ужин будет в Италии, это точно. Кайнбах, ваш эхт, надо вас? Нет, только ваш эхт.
короче, уже запарились. Так долго мы еще никогда не передвигались. Сегодня прям рекорд. Сейчас уже суммарно получилось. Поэтому я записывал 50-60 километров, сейчас уже 140 получилось. И вон там за фурой выезд на автобан, и я там опять встал, короче, перед границей. Ну вот хотя бы остановились, вот горы покажу сейчас еще позаписывая. Жесть, проголодался. И так долго мы еще не добирались, у меня уже голова уже кругом, я говорю, все, давай тормозим. Километров еще не знаю, сколько там осталось, 20, 260, 270, блин. Постараемся, надо будет уже скоро в агентуру звонить, а то когда-нибудь у нас проблемы начнутся, чтобы с квартирой добраться туда-сюда, так что будем смотреть, реально тут непонятно, поедем сейчас. Велосипеда. Хорош. Вот так вот и живем. Да, сегодня каос. Закупимся домой. А, будем еще за пиццей добежать. Пицца прям... Спускаешься на первый этаж, в доме у тебя пиццу жарят. Вот снаружи как выглядит синяя. У нас раньше был балкон,
вот этот вот. Теперь эту квартиру продали, а у нас балкон с другой стороны. Здесь все равно какая-то, там живые, там здесь живые. Тут зато мы в центре, мы сейчас вот здесь налево, и там уже все, магазинчики, все дела, короче. Уже тут в Италии, вот он, Фиат. Он итальянцы. Сейчас пиццу возьмем и домой.